to showcase it and yeah, just have a ton of fun. It's gonna be a blast. Do we want to do couch introductions first? Yeah, we've got two very special guests with us on the couch. First, we have Etchy. Hi, I'm Etchy. I've run this game quite a bit as well, and I do a lot of other Pokemon speedruns. Excellent. And also on our couch, we have Happy Birthday Shenanigans. Hello, I'm Kizaron's biggest fan. Perfect. All right. So, ready to go? Introductions out of the way, yeah. Do you want to count us down? All right, let's start it up in 3. Они уже создали игроков и... Или нет? Нет, они создают игроков начала игры, пропускают много подсказок по управлению, и нас встречает наш старый друг, известный каждому любителю покемонов, профессор Уак, который делает нам краткую вводную в мир покемонов. Аудио у нас будет с раннера GP Zenam, но... Что забавно, он обычно любит делать звук на Вархолтере, на том, кто быстрее. Не надо очень быстро так сказать, чуть ли не фрейм-перфект ввести все параметры и стартовать. Пульс немного побыстрее идет. Пульс выбирает мужского персонажа, знам женского, GP. И мы встречаем профессора Уака, который говорит нам, что вот в этой траве не очень безопасно, скорее вернись. Мы возвращаемся. Да, трава опасна. Плюс в чат те, кто резался в детстве травой. И профессор Уак дает нам своих покемонов, своего первого покемона. Пульс берет Чармандера, а GP берет Сквиртла. У них немного разные рауты, но на самом деле они довольно близки друг к другу. Так что это, так сказать, Вэрхолдер, Вэрстрота у JP. И дело пошло. Нам противостоит соперник, главный соперник главного героя, которым мы тоже выбираем имя в начале. И он всегда выбирает покемона противоположного нам. Вот, и самая, так сказать, лучшая страта для этого момента, это постукать нашего оппонента. В данном случае не нужно использовать никакие продвинутые способности. И мы побеждаем. JP немного вырывается вперед. А в траве есть вероятность случайной встречи. У пульса не появляется случайной встречи, и появляется она чуть позже. Так что они оба напорятся на покемонов, и им надо поймать как раз. Надо поймать Пиджи, надо поймать Ротата. Они нам очень пригодятся. Но пока что мы их не ловим, мы получаем опыт. Пульс опять попадается на Пиджи. Надо именно... избегает от него. И JP скрывается от Ротаты. Версии игры разные. Поэтому спавны покемонов тоже отличаются.
see more stuff if they need to. Yeah. And then back onto the stats for just a second. They both said they were both rash nature. That means that they have plus special attack and minus special defense. It's actually the best nature. Первое место. Ну, начало игры мы заходим в первый город и, в общем-то, все это в рамках начального обучения. Дальше пользуемся в игре небольшим шорткатом. Тут есть склон, с которого можно прыгать в обратную сторону, вперед по нему забираться нельзя. И мы используем его для обратного пути. Пульс, вступая в бой, когда JP пробегает вперед. The last one that you can get aside from Rash and Mire. Oh, you can do Quiet Nature for Charmander just because he's like really, really fast. You can't really run Modest with Charmander because you need at least 20 attack with the current route. That's kind of being worked on a little bit, but we'll actually see. Тут, конечно, нам уже дает профессор Pokédex. И скоро можно будет отлавливать наших покемонов. So we get Pokédex. That's the key thing to allow us to start catching. Это вот основной предмет, который позволяет нам начать ловить покемонов. Probably call it the cutter nickname for the incentive here, just because. Yeah, just go ahead. Yeah. We should cut off both. Mm-hmm. Yeah, cutter flyer are the two that are coming up here. Yeah. Because they might find it on route one as they walk through. Because now they get Pokeballs when you talk to Oak, and Pidgeys and Rattatas are on route one. Pidgey has the ability to fly. Rattata has the ability to cut. So. Wow, JP almost went encounter. JP попался на encounter. Weird in this game. Yeah, this game is really weird with that. So on like the first. Говорят, что игра очень странная в этом плане. Encounter. Могут попасться с очень странными процентами. Per route. So when it comes to forest, it's 7. When it comes to caves, right. It's 8. I need a flyer name. Пульс общается с ребенком, он ему дает хилку. Yes, so we've got my husband exclamation point and my wife exclamation point. I'll need one for the cutter. Видимо, они собрали донаты на ники «Мой муж» для Пиджи и для Ротата «Моя жена». Забавно. У GP идет вперед. Пулю свой от Ротата. Сейчас JP встречает дедушку, который поясняет ему, как ловить покемонов. Это очень забавная сцена. Мы управляем дедом. Дед нам показывает мастер-класс. JP немного впереди. Пульс тоже доходит до деда. Oh, shout out to old man etiquette in here, just chucking a ball and catching a Pokemon. Yeah, dude, he's from the future, even though he's in like Gen 3. This is just let's go. He hasn't even sent out a Pokemon. Mm-hmm. Yeah, this is let's go. You should throw two of them at once. Очень мило анимирован рюкзак в меню игры. Можете обратить на это внимание. Looks like he yoloed right through that grass. Normally in Pokemon games you avoid the talk. Oh, GP очень хорошо прошел траву. Просто yolo. Correct. Pretty unlikely. A little bit faster. It's actually impossible to get zero encounters. So the way that говорят, что абсолютно невозможно получить ноль энкаунтеров, поэтому обязательно кто-то да попадется. И шансы поймать растут. JP берет предмет антидот. Он нам пригодится. Кладем его в карман. Виридиновый лес. Пульс идет по пятам. Идеально, ты просто получаешь два энкаунтера, которые нужны, и флайер.
JP ловит энкаунтер и сбегает из него. Нам он не нужен. Так, а почему, кстати, пульс идет на файт с другим тренером? Но, в принципе, не важно. Может, пульс хочет пофармить? Он ловит левела. This fight is really ridiculous. So this is Sammy. Sammy has a level 9 Weedle. It knows Poison Sting and String Shot. And it likes... JP вступает в файт. Очень интересный файт с тренером Сэмми, который имеет сразу 9 уровень Weedle, у которого очень неприятные обилки Poison Sting. Вот он уже заливает Poison Sting'ом, уже запоясонил Сквиртла. Мы, так сказать... Так, и похоже, пульс тоже догоняет. Basically how it works is once you're below 1/3 HP, you're the same type move as your starter, so water for JP and fire for pulse. Those moves are going to be 50% stronger. And in a speedrun, we want to take advantage of that as much as possible. JP победил Бакачера Сэмми, но он его сквиртл отравлен. By getting poisoned here, JP is going to try to manipulate his HP to be perfectly set up so that by the time he gets to Onyx, he is out of death range, but almost into Torrent. So that way, he can two-shot the Onyx and still be at really low HP, because he's going to want Torrent for the next round, coming up after Pewter City. Он пытается какую-то манипуляцию со здоровьем использовать. Или нет, он снизил здоровье сквиртла и использует антидот, когда этого достаточно. Because I fight a lot of trainers in the forest. Squirtle fights a really long fight with Weedle. Has to fight Camper Liam. Пульс все еще в лесу. And one extra trainer inside of Mount Moon. GP тем временем сохраняется. Это JP's now on the hardest fight of the game with Camper. Говорят, что типа самый сложный файт в игре, и пульс взрывается смехом. А JP говорит, что у него там 300 ресетов, и это реально очень сложно. О. That's a great role. AI in this game for most trainers is random, so you generally don't have to worry about it. And that's AI у тренеров очень рандомный в этой игре. Опа, уже началось? Я немножко опоздал, да? Ну, всего 12 минут. Меньшая часть рана, тут пока было обучение. А, ну уже лес. У одного из них лес, второй уже до Брока добрался. Но Польс решил немного погриндить, получается. Он прям сильно задержался в этом лесу. Ага. А что случилось? Неужели антидот потерял и отравился? Нет, отравился JP, но он не использовал антидот сразу. Ну да, все правильно, до 5 ТП где-то довел. Да. Чтобы не уменять. И он уже проходит джим. Пульс идет уже к джиму. Ну, я так понимаю, он в лесу потерял много пошинов, поэтому он заходит в магазин еще. Да, да. JP не заходил в магазин, Он решил... Вот, кстати, вот пульс делает такой, типа...
около оптимизации он сразу купил репеллы для того, чтобы потом уже в магазин заходить после джима. А JP, скорее всего, зайдет. Я думаю, пульс хорошо просто почилить в лесу и дать фору раннеру послабее. Ну да. Капа. Ну хотя, насколько послабее? На самом деле, да. На самом деле, места там отличаются реально считанными минутами. Причем он так, я вижу, такой пижонит Чермандера взял на ран. Такое. Да. То есть сейчас будет, кстати... Но он в лесу задержался, скорее всего, чтобы Чермандерам было комфортно сражаться с каменными покемонами. На самом деле. Да, каменные покемоны апают свой дефенс. Угу. Ну и они... Ого, он подгорел. Подпалил Джиадуда. Надо же, он горит. Да. Вот о чем я говорил, JP заходит в магазин сейчас, чтобы затарить поушены и... Ну, антидоты и... Авейкины, скорее всего, да. И самое важное в этом ранее репеллы, потому что дальше нас ждет пещерка Мистер Мун, в которой все является, вся зона пещеры является рандом энкаунтером. Да. Антидоты, щорт, огонь. Пульс. Лидирует тот, кто слева, это JP и Зинам. Пульс эффект идет у него по пятам. Но не пингуйте Роск, там никого нет. Это машина. Супер эффективно. Ну вот JP следует такому стандартному рауту Pokemon Fire. В свою очередь пульс он так пижонит немножко, я бы сказал. Чермандер не лучший выбор для спидрана этих покемонов. Они же на разных версиях получаются бегут. Ну, это не важно, они там не сильно... Вот эти, кстати, не сильно отличаются. А вот в отличие там от следующих частей. Ну да, там в основном... Здесь все равно в начале пульс будет проседать, потому что первые джимы это каменный, где огненный... как бы огненный покемон не очень эффективный. Следующий джим — это Мисти, у которого водный тип покемона. То есть он так или иначе будет проседать по скорости в начале. Нас, что ли, подправляют, мол, Руби и Сапфир — это прошлая часть, но это же ремейк. Так что хронологически он раньше. Чудесные секции, где тренеры покемонов стоят просто на каждом шагу. Именно да, так и выглядит мир покемонов. Да, и он всегда так выглядит. А самое интересное, что раннеры, вот тоже интересный такой прием, они к тем тренерам, с которыми невозможно пропустить бой, они сами к ним подходят, вместо того, чтобы ждать, пока бот подойдет к ним. Это ускоряет на некоторые доли секунд, но ускоряет в целом ран. Да, там триггеры стоят, которые очень большие на весь путь. И там, где нельзя их скипнуть, надо подойти поближе.
actually going to be fighting a different trainer here, specifically because I actually really, really want Blaze. This does make it riskier. Опять же, JP абьюзит меню, сейчас было видно, для того, чтобы некоторые тренеры поворачивают свою голову, и у них можно пройти за спиной. И он абьюзит через меню поворот, поворот врага. А пульс идет не по совсем обычным стратам, он подходит к другому тренеру, нежели обычно, потому что ему очень нужно получить уровень, ему нужно вкачать Блейз, и чего он и добивается. Обилка очень жестокая, жарит по полной. Ну, JP, как я и говорил, использует репеллы для того, чтобы пройти без проблем пещеру, отойти только туда, куда ему нужно, да, и победить только тех тренеров, против которых он может быстро победить. Предмет репелл работает очень просто. Это как спрей от комаров. Он также отпугивает покемонов. Да, очень хорошее сравнение. И там, где нам не надо драться с покемонами, мы проходим мимо вот эти вот, так скажем, данжи покемоновские. Но в покемонах данжи не совсем данжи, по большей части это всегда какие-то переходные шаги между локациями. Так сказать, мир покемонов большой, открытый, поэтому всегда у нас на пути стоит какая-то пещера, которая ведет куда-то. Ого, JP-то эволюционирует. Эволюционирует, да, и получает вартотла. Красавец. Пульс тоже забегает в пещеру, что-то он проседает на некоторых. Он почему-то забрал Escape Rope, и я не понимаю почему. Да, JP тут просто брал конфету. Но конфеты всегда нужны, они еще часто скрыты где-то в кустиках, их тоже надо знать, где они лежат. Очень-очень выгодный предмет, который просто поднимает уровень покемона. JP вступает в бой команды Rocket местными антагонистами. Да-да, та самая команда Ракета, которую все видели в мультсериале. Да, преступная шайка, которая эксплуатирует покемонов для своих эгоистичных целей и корыстных целей. Пульс использует последний репел и сейвится. Выглядит так, как будто пульс почти такдаун в JP. Да, они близко друг к другу действительно сейчас. Отлично. Ну, потому что пульс как бы пропустил те драки. Ну, все. Это руины. О-хо-хо. Но пульс сохранился. Но это смерть. Да, прям он знал, что будет смерть. Ну тут как бы на удачу, на самом деле, с таким раутом. Как повезет, что ротате свойственно использовать Quick Attack, и Quick Attack всегда атакует первым. Неважно, какая скорость у вражеского покемона. Очень раздражало это его обилка, конечно. Все, что нужно, пульсу просто ходить первым, он наносит огромный урон. Огромный урон, да. И он эволюционирует. Чармандера. Эволюционирует через Арда. Чармиллиона. Чармиллиона, а через Арда третий, да? Да, третий. Хорошо. Я хочу, чтобы он сразу в через Арда, но...
Ну, так не получится, это не мультсериал. Где через серию эволюция. К сожалению. Ну, в этом ранее эволюция будет через каждые минут 20. Вот, кстати, JP учит мега-кик. Очень интересный прием, очень сильный, но шанс промазать им очень большой. Он будет использовать этот... Шапульс отстал, Шапульс погиб. Был бы... Да. Мог бы догнать, если бы пошел по сейвове, он уже шел на пятках. Но теперь он отстал очень сильно. Да, ну и JP немножко сейвово играет, вот он... я так понимаю, пытается кого-то найти в траве, скорее всего, Ротату, которую он не поймал в начале. И... Да, Ротата здесь нужна будет для того, без нее невозможно будет пройти. На самом деле, этот... вообще, в принципе, покемон... в принципе, игру без подобного покемона. Но это потом. Пока не будем спойлерить. А он даже... не пытается надеяться на какой-то рандом, использует Great Ball для этого, заготовленный. Ну, который он нашел в скрытом месте. Great Ball сильно увеличивает наши шансы поймать покемона, у Ротаты просто нет шансов. JP немножко путается. Но доначенное имя для Ротаты это Эдвард. Эдвард крыса, интересно. JP, кажется, заходит в ненужный домик, а на самом деле нет. Он идет за редкой конфеткой. Stop and pick up a hidden item frame perfectly, you don't get a turn frame, which is what happened there. Cool story. Если поймать, собрать секретный предмет, если развернуться резко и собрать его, прям frame perfect сделать это, то тогда не будет, можно засейвить немножко времени, короче, там не будет именно самого поворота. JP учит своему Вартотлу, прокачивает уровень через редкие конфетки и учит байт атаку, которая очень эффективна против психических покемонов, и это ему пригодится в будущем. Выучил он мегапанч для того, чтобы побеждать покемонов водяного типа. Не водяного, травяного типа и каменного типа. Потому что они будут довольно эффективны против них. Но, однако, это довольно, ну, довольно рискованно, но этот риск довольно-таки оправдан. Да, он уже заходит в водяной джим, сражается с тренером Мисти. Старый качает себе, бафает броню. Поэтому мы пытаемся его покусать. Ну и кусание, в принципе, работает и против водяного покемона. Вообще без вариантов. Кажется, у JP немного фреймдропы. Да, у него что-то зависло все. Нет, у пульса. У пульса, да. Ой. Пульс опять. Да. Получает ватерган и умирает. Конечно. Огненный покемон. А, Пульс решил не пойти сразу же к Мисти, а решил прогуляться до Билла и встречать Райвела. Поэтому он немножко проседает сейчас. Но играет довольно рискованно. Пытается мегакиком что-то сделать, и в итоге вот те самые промахи. JP тем временем уходит из джима.
получил уже свой значок. Да, и направляется к Биллу. По дороге к Биллу очень плохое место для рана. Там придется сразиться со всеми тренерами на мосту. Их никак не пропустить. Но это будет после райвала. Да, наш старый знакомый, оппонент, соперник, который имеет покемона другого, который выбрал первым покемоном противоположного нашему по стихиям. Да, вот за что мне нравятся старые покемоны, за то, что твой враг на самом деле действительно враг, который тебя просто сильнее по игровым механикам. Забавно, что в первом поражении он говорит, что ой, нет, я выбрал неправильного покемона, должно быть, но на самом деле-то он выбрал правильного покемона. Правильно. Просто мы оказались немножко упорнее. Просто мастерство, оно как бы меряется не тем, какого ты покемона выбрал, а сколько ты с ним тренировался. Вот и все. Очень маленькое здоровье у JP. И сейчас вот он играет немножко с Ивова, лечит сразу же своего Вартотла, вместо того, чтобы надеяться, что Ратата не сделает квик-атак. Ну и правильно делает, в общем-то. Да. Ему торопиться на самом деле некуда, он сейчас на голову впереди пульса. Хотя кажется, что они в одном месте стоят, но пульс еще не завершил джим. И на самом деле ему будет очень сложно завершить джим, если он сейчас пойдет. Все, в принципе. Да, все-таки джим водяной. И, видимо, он будет качаться на тренерах, чтобы получить больше. Да, но он пройдет по мосту и получит прокачку за счет этого. Кстати, Rival дает предмет, который позволяет вызывать на бой еще раз тренеров, которые готовы. Кусаем Видла, кусаем Метапода на JP. Кусаем всех, как бы. Черепаха недавно эволюционировала и хочет кушать. Пульс жжет, использует Эмбер. Эмбер суперэффективен против травяных покемонов. Бедный Одиш. Ну, как бы пульс просто не оставляет шансов травяным покемонам. Пульс выучил смоукскрин, но он ему не нужен, поэтому он отказывается от его от этой способности. Это забавно выглядит, как они ходят от тренера к тренеру. Да. Такой же. Как по шахматной доске. Да. Через клеточку. Пульс встретился с Еконсом. Еконс — это анаграмма для Снейк. И тут он уже не жжет, старается царапаться, использует скрэч. Кстати, встреча с Эконс тоже довольно опасна для пульса. Эконс может отравить, и тогда... тоже будет очень сложно сражаться. Ну, а для JP она очень легкая, он использует ватерпульс, сметает водичкой ее конца, она супер эффективна. Пошли водяные атаки. Кстати, пульс отравлен, и это проблема.
Да, это небольшая проблема, но вроде у него... Ну, он вроде закончил бой, поэтому антидот у него вроде был с собой. Да, действительно, антидот был, и он... Да, он очень хорошо закупился. Еще и тенки собирал. Leaf Green is the first Pokemon game I ever played, so I had to donate during this awesome race. Shout out to the Moltres I accidentally KO'd as a kid and never got to play. Waterguns все сметает. Taught me gaming 101, you should always save so you can always reset. И JP получает за прохождение моста предмет. Наггет получает, точно. Закономерный вопрос. Куда же движутся тренеры по этому мосту? Они идут к Биллу. Билл — это профессор покемонов, который изучает в основном древних покемонов и их эволюцию. Он живет на маяке вдали от города. И ему там очень нравится. Эш посещал, кстати, тоже Билла в своих приключениях. И там Билл погрузился в тело Кабуто, и его нужно было вызволять. Дорога 25. Плюс хватает скрытый эликсир. Пульс сохраняется, потому что впереди тренер, который тренирует каменных покемонов. Ему это сейчас не с руки, с его Чармиллионом. А вот JP как бы просто проходит этого тренера, плюнув на все условности и использовав Ватерган. Потому что он суперэффективен против каменных покемонов. Водичка. Камень, как известно, тонет в воде. Комментатор на английском стриме немного попутал и начал смеяться. But you have to open the bag menu twice in order to safely pass. Don't teach rapid spin, it is really bad in this gen. But you only did it once. Очень много тренеров покемонов. 16 chance for that guy to turn in your direction, and if he fights me, in particular, he has a slow poke. Ну, это самое, по-моему, вообще ноющая часть игры. Здесь очень мало скипов тренеров, поэтому приходится сражаться чуть ли не с каждым. Вот этот еще парень бегающий, который так и хочет поймать тебя. Да, парень какой-то нервный. Ничего, мы пробегаем мимо. Стараемся поскорее напороться на следующего мастера. Так, но они идут рядом, но пульс так и не сходил. Да, пульс так и не был в джиме, а JP получается впереди, на самом деле. Опять же, пульс очень рискованно сейчас играет. У Пиджиота был Квикотек, он мог его использовать, но ему пока везет. Вот Билл в этот раз в костюме этой Клефери, по-моему, если не ошибаюсь, и просит нас переместить назад его в свое тело.
Really nice guy. Yeah. I know. It's great. Fun fact about his... Do you know how hard it is to get a Jericho cruise ticket? Fun fact about his text as well. It's actually one character... Билл благодарит нас, благодарит GP за спасение, дает ему билет на пароход. Говорит, Анна. Говорит, вдруг он тебе пригодится, а он действительно пригодится. Ну и здесь есть такой проход мимо всех, назад, ни с кем больше не сражаясь, и поэтому JP быстренько-быстренько возвращается туда. Это здесь справа проход заблокирован большим Снорлаксом? Нет, это в другом городе. И в этой части не в городе, а блокируют две трассы, оба Снорлокса. А уже в Сильвере Снорлокс лежит возле пещеры. То есть прямо фактически прямо в городе. Видимо, в домике небольшое место преступления, так сказать, вандализма. Кто-то устроил погром своими покемонами, и полиция пытается выяснить, кто это сделал. Но все мы понимаем, кто это был. Unless you're a pretty bad rash. Yeah, it'll do like, yeah, about 8 to 9 to 10. Please say. We'll see. Could be interesting. All right, no extra 5. Let's go. We'll never find out. Did we say how accurate? То есть пульс оставляет вермиллионский джим на потом, когда уже он довольно-таки сильно прокачается. Ну да, там будет возможность, тем более игра дает очень много простора для бэктрекинга. Так или иначе, придется возвращаться за велосипедом, в конце концов. Поэтому там и можно сходить, видимо. Ладно, посмотрим, как он поступит. Подземный проход. Подземный проход под городом, а спидранеры не идут в обычный проход, потому что точно знают, что их не пустят в центральный город команда R. Потому что им пока там делать нечего. GP ловит рандомный энкаунтер. Избегает от Пиджи. И они сражаются с кемпером Джеффом. Ловцом птичек всяких, но почему-то у него есть еще и Редкейт. There's plenty of backups for this, which is kind of good. Yeah, and unlike the newer Pokemon games, you don't really get. И Пульс опять проигрывает бой. But you really have to manage your PP in this game. Unfortunately, Pulse missed his kick, and the Raticate went for Hyper Fang, which will KO. Кстати, в играх покемонов на ПК как-то играл в какую-то карточную игру на ПК. У меня откуда-то был диск. Не помню ничего больше. Опять же, тут в чате пишут про Temtem. Я сам не играл, но говорят, что похоже на покемонов. GP уже добрался до Эссаны. На корабле он встретит вскоре Райвела, и ему нужно поговорить с капитаном. Капитан ему хочет что-то сказать. Пока. В свою очередь Пульс сразу идет в клуб, чтобы получить билет на велосипед. Ну, на как-то ваучер на велосипед, чтобы велосипед достался бесплатно. Талон на велик. Талон на велик, да. Одна штука. Именно так. Опять Пульс опять затаривается. Супер поушен. Супер поушен.
and now I can Edward. Not worry about hitting a less accurate mega kick. Yeah, he's gonna have to hit a bite and a mega kick on the Ivysaur coming up, and you know, he don't want to deal with a mega kick and minus accuracy. Yeah, and kind of going back to what we were saying earlier too, the reason why he does bite mega kick instead of like bite. GP решил Ивизавра... А, ну, в общем-то, понятное дело, зачем. Он понадеялся байтом Ивизавра вогнать в состояние Fledged, и у него это получилось, ему повезло, и дальше он просто мегакиком убивает его. То есть довольно-таки рискованно поступил, но его риск оправдался. Pulse, why are you in this room that JP didn't go into? Well, there's this weird item I really want to pick up. So really quickly, I gotta deal with this thing first, though. You just want to take a break, that's all. Yeah, just a little bit. Абра Райвел успел уже эволюционировать до Кадабры. Хорошо, что у него никогда не будет Алаказама. Потому что, напомню, чтобы получить Алаказама в этих версиях, нужно произвести торговлю покемонами, так сказать. Так сказать, обмен. А Райвелу не с кем меняться. Бедная судьба компьютерного игрока. Увы. Да, покемоны... Старые покемоны были одними из первых таких социальных игр. На первые гейпбои даже были специальные шнуры, чтобы можно было присоединяться к другим игрокам, к другим консолям и передавать покемонов. Там на самом деле очень интересная история с этими кабелями и покемонами. Nintendo собирала очень много всяких активностей вокруг покемонов на Game Boy Advance, в том числе вокруг этих, например, последние острова, 8, 9, 10, если мне не изменяет память, были доступны только людям, которые побывали на ивенте Nintendo в Токио. Им всем через этот Game Boy Link передали билет на корабль, который вез за самыми редкими покемонами в этой игре. Ну, кстати, для Game Boy Advance, кажется, было еще и Bluetooth-расширение, и Nintendo ставили Bluetooth-точки для сбора покемон-мастеров, для игры и обмена. И вот первая головоломка, сейчас JP проходит в джиме. Нужно найти рычаг. Я не знаю, что это мусорные ведра или это что-то другое, но так или иначе в них надо найти рычаг. Я думаю, это колонны. Колонны? Ну да, может быть. Или нет. Что он вот так напоминает? Мы пропустили, пока разговаривали. Там JP уже поговорил с капитаном, сейчас Пульс поговорил. Капитан дал им Hidden Machine первый. Это атака, которая обучает покемона... это предмет, который обучает покемона специальной атаке. Ее очень сложно... Ее невозможно стереть, не поговорив со специальным человеком. И этот специальным МПС. И в основном эти атаки, они нужны для того, чтобы проходить в мире какие-то непреодолимые пути. Например, вот этот кат, который нам дали, он помогает нам резать кустики. И вот не порезав кустик, например, не попасть в джим электрических покемонов. Чат спрашивает, Pokemon Go еще жив? Ставьте плюс в чат, если Pokemon Go комьюнити еще живо. Отзовитесь. В моей стране нет Pokemon Go, поэтому я не могу этим заниматься. Ну, Pokemon Go нету, но покемоны есть. Покемоны, конечно, есть. И вот Пульс возвращается в джим, водный джим. Довольно уже прокачался, чтобы победить. А JP, в свою очередь, сражается с лейтенантом Серджио,
Сурдж, точнее. Наконец-то, водяной джим. Именно водяной джим отделяет пульса от JP. Ну, уже почти и электрический. Но сейчас, если пульсу очень, очень сильно повезет, и он с первого раза победит Мисти, то с велосипедом ему будет немножко быстрее догнать GP. I don't think I've seen this before. Okay. Like five in a row like this. Okay. So as long as he hits this pulse, he's through. Ой, GP очень не везет. Он промазывает ватерпульсом по Райчу, поэтому приходится отхилить своего покемона, потому что Райчу, видимо, во-первых, Райчу очень эффективен против водных покемонов, все-таки электрический тип. Во-вторых, у него есть Quick Attack, который поможет просто-напросто добить. И снова он промазывает ватерпульсом. И он ресетает, потому что какой-то марафон лаг происходит прямо сейчас. Да, он дает шанс пульсу восстановиться. А может быть, страты пульса, так сказать, достаточно долгоиграющие? Может, пульс сейчас имеет шанс все впереди, быть впереди. Ну вот он сейчас уже получает велосипед по своему ваучеру и, скорее всего, будет направляться к джиму. То есть фактически он опять дышит в спину. Уф, это моя любимая часть, кататься на велосипедах покемоны. Да, они, кстати, биндят на специальную клавишу, используемую велосипеда, чтобы не ездить по меню постоянно. И JP не едет, пульс не едет побеждать электрический джим, он едет прямо в пещеру, чтобы попасть... Соревнование страт. Получается так. Возможно, это заготовочка пульса. Специально для марафона. И теперь мы точно не можем сказать, кто впереди на самом деле. Ну, я думаю, по количеству значков можно зачесть первенство. В принципе, JP еще не получил значок. И ему сейчас могло опять не повезти на ватерпульс, но в этот раз ему повезло. Очень сложный бой с Райчу. Ну тут какой-то действительно какой-то рандом, прям марафонский, что ни у кого ничего, ну, у них не получалось, у JP не получалось. С первого раза у него постоянно промазал ватерпульс, и сейчас он был на таком грани, там 2 HP это очень-очень-очень мало. Там мог просто сработать рандом, и JP бы получил критический хит и умер. То есть снова ресет, снова то же самое сражение. Отлично, JP получил пульс. Ой, нет, не пульс. Я не помню, что он получил, что-то он получил в этом файте. Что-то нужное. Его это обрадовало. Ну вот на данный момент, что мы имеем? У JP два значка, и он направляется за велосипедом и в ту же пещеру, в которую направляется пульс, для того, чтобы попасть в город с башней призраков. Лавендер Таун? Да, Лавендер Таун. Пульс уже в пещере, и тут в казуальном прохождении интересная история. Нужно желательно использовать очередной Хайден Машин, который называется Флэш, для того, чтобы расширить зону видимости в пещере. Но
раннеры уже просто руками знают, куда им надо ехать, сколько надо сделать поворотов, с кем надо сразиться, поэтому им ни к чему получение этого, этой Хайден машин. You gave me this map, didn't you? I saw Pulse, he had some Sharpie on the back. А мы в свое время, когда не знали, как работает Flash, когда играли в этих покемонов, постоянно рисовали карты всех пещер, которые темные. Anyway, both these fights are interesting. Here comes more kicks for JP. Very exciting. We haven't missed the kicks. Как же много механик в этой игре. I got both of them on the slow poke. Да. Причем новых механик особо не добавили в ремейк. Я не знаю, ты говорил людям, что это ремейк оригинальной части? Ну, я особо не акцентировал, но упоминал. Да, это все-таки ремейк оригинальных Red и Green версии игры. Sometimes it's mud slap, sometimes it's 1.5. 2004 года выпуска на Game Boy Advance. Oh, come on. Please crit. Criticals ignore negative stat stuff, so you get growled 3 times and crit. It's like you weren't hit by growl. Oh my god. JP pulled off the run to bike really nice. Okay. I think Ember kills from here, so we'll go for that. Yeah. Still scary though. Yeah, very sketchy fight there, but yeah. Got through it. War Turtle can't one-shot the Slowpokes either, but they can't really hurt War Turtle, so not nearly as scary. And he can flinch. It's possible to one-shot the Slowpokes, but it's very rare. Yeah, yeah, I think it's 1 in 16 for the second one. Yeah, it is. Not my current PB, but my previous PB actually got both of those Slowpokes. Wow, that's crazy. Yeah. By the way, I gold split that. Ooh, nice. In that PB, I should say. Oh, okay. Еще в рауте у Пульса ему нужно будет поймать покемона, который умеет плавать, кстати. Если JP это не нужно делать, потому что у него есть... У него есть Сквиртл War Turtle, либо к тому времени уже будет Blastoise, то Пульсу придется что-то с этим делать. Пульс очень искренне сейчас удивляется, что его огонь уничтожил Бульбазавра. Как это так? Так не может быть, и это невозможно. Действительно, очень удивительно. Файт. We are now only $35,000 from the million dollars, guys. Wow. Их отделяет всего 35 тысяч долларов от миллиона. Как думаете, соберется ли миллион до конца покемонов? До конца покемонов я думаю, что не соберем. Но на следующий бонус игру мы, скорее всего, соберем. У нас тут памп-шоу-кейс. Кажется, на прошлом ГДК тоже был памп этап. Там джентльмен, да, с аркадным дэнспадом в подвале. Кстати, Пульс выучил довольно крутую атаку для своего Чермиллиона, который поможет ему просто уничтожать каменных покемонов. То есть он закрыл одну из своих уязвимостей, одну из уязвимостей своего главного покемона. Это уязвимость к каменному типу. И теперь он просто разрушает кирпичики каменных покемонов, как и написано в атаке. Брейк. Plenty of time. Also, this is Martha. Martha is evil. Alright, and there's another miss. Another five? Oh, что происходит? У JP покемон приспал. Заснул? Ну это Одиш. Одиш любит такие дела. Усыпить, отравить и потихоньку колупать. It's a range. Okay. High range, but it's range. Yeah, that's the other unfortunate thing about this fight. Not only does Mega Kick, like,
have accuracy problems, but also can survive, so... Luckily, he got the kick and the KO on his second one. Yeah, Bulbasaur here knows Razor Leaf and Vine Whip, and both will do a lot of damage. Definitely, yeah. I want to shout out TailsFox88 here for putting in... There was a $1,000 donation, and there was like a $2,500 donation. В общем, на самом деле, по статье Чермандель является самым довольно, ну, самым сильным из стартовых покемонов этой версии. Но прохождение действительно замедляется в самом начале из-за этого. То есть кривая сложности в игре получается из-за того, что игрок может выбрать довольно сильного покемона, старается сделать так, чтобы хоть где-то было сложно. Когда-то. Да, Чармандер один из самых любимых покемонов. И он очень силен. Я и сам начинал с Чармандера в свое время в Red-версии. Да, это ремейк самой первой игры по покемонам, Pokemon Red. И Pokemon Red вышла в 96 году. На портативной консоли. Она была создана под влиянием Маккай Тоси Сага, которая задала, так сказать, планку игр на портативных консолях. И очень много и в плане дизайна, и в плане геймдизайна было почерпано из нее. В Саге очень интересный был дизайн монстров, очень большое влияние он, кстати, оказал на покемон игры, на базовый, так сказать, ростер покемонов. И очень многое, конечно, привнесли еще влияние игр, в которых впервые появились механики набора монстров себе пати, а именно Мегами Тенсей игры. По сути, это сага, в которой можно собирать монстров. Да, весь, в принципе, весь геймплей крутится вокруг коллекционирования и поощряет коллекционеров, которым нравится что-то собирать и так далее. Этим мы и привлекали такие игры, на самом деле. Не какой-то там боевой системой, потому что боевая система, на самом деле, например, в покемонах не настолько глубокая, как, например, в Мегами Тенсей. Но собирательство привлекало людей. Да, если боевая система в покемонах — это камень, ножницы, бумага, то в Мегами Тенсей это Dash, огонь, вода и бутылка лимонад. Кстати, пульс пропускает еще одно место. То есть он уезжает из Lavender Town. Он не заходит в башню даже. Да, он даже не заходит в башню. Удивительно. Как много игрушечных покемонов у JP. Он поправил Иви. Ну, я так скажу, что и у Пульса тоже немного, немало, точнее, игрушечных покемонов там на фоне. Да, они даже покрупнее, что ли. И Пульс пропускает Lavender Town для того, чтобы сразиться с травяными покемонами, против которых он очень эффективен. Надо очень любить эти игры, чтобы делать на них сотни ресетов. Erica next, right, as well.
sure quotation marks. Okay, so yeah, we'll delay the name until we get to Rival 4, which will be after this next one. Да, покемоны травяные щелкаются очень легко. Yeah. All right, we've got a bunch of them. А у GP будут с ними проблемы. На самом деле. Доброе утро, пока сложно понять, кто выигрывает гонки. JP слева, он идет по нормальному рауту, он собирает все джимы, идет очень прямолинейно, и все-таки он собрал побольше, а раннер справа, пульс, он использует очень интересный страт, он пропускает, оставляет многие моменты на потом, чтобы вернуться их и собрать. То есть, по сути, они бегут очень одинаково, но нельзя сказать, что кто-то имеет преимущество, потому что раут у обоих раннеров могут в какой-то момент выстрелить. И мы будем надеяться, что они выстрелят ним в ноги. Да, вот, например, GP, вместо того, чтобы идти в явно провальный джим травяной, он идет в логово команды R прямо сейчас. Логово команды R, как известно, находится в казино, где бы еще находиться логову злодеев. So I'm here in the game corner. It's very different from Gen 1. Wait, aren't you going to Can you explain? Пульс супер эффективен. Сжигает всех тренеров, всю траву. Получает радужный бэдж и ТМ-19. У GP тем временем небольшой пазл. Так сказать, лабиринт с платформами, которые перетягивают его на клеточку дальше. Но он знает решение, он знает, как подобрать предмет. К сожалению, лабиринт не рандомится, поэтому он легко учится и проходит. $100, $150 from Pet the Eevees, who says, "Oh yeah." Пульс получает fly. И теперь ему либо нужен кто-то летающий. Я не уверен, будет ли он использовать на Charizard'е fly, либо он будет искать летающего покемона. Заливаем Зубата водяной пушкой. GP получает ключ от лифта, чтобы попасть к боссу мафии. О нет, это же очередная отсылка к Джоджо. А я сегодня пытался вспомнить, как зовут босса мафии, и мне все время хотелось назвать его Джорно, а он, по-моему, Джузеппе или нет? Не помню, если честно. Джованни советует в чате, подсказывает, вернее. Джованни так Джованни. Да, именно Джованни — это теневая рука, которая заправляет руку в штаны команды R. Пульс подходит к бабушке, и так очень по-интересному отжимает у нее чай. Чай ему нужен будет, чтобы попасть в город, который блокирует команда R. Один из охранников очень обожает чай и жить без него не может, но ему никто его не приносит. Поэтому он как бы поможет охраннику, а охранник пропустит его.
Но это будет много потом. Для начала ему тоже нужно посетить Джованни. Да, довольно частый квест в JRPG, когда надо принести какой-нибудь напиток, чай или кофе. Работаем поставщиком на полставке. Ну, если игра о прохождении и ездении на велосипеде, почему бы нам и не подработать курьером, правильно? Да. Курьеры очень важны в это нелегкое время. И тут чат должен сказать, что эту игру тоже разрабатывал Коджима, но... Уй. I don't think we've actually mentioned it, but there's a lot of things with Intimidate in this game. Oh, yeah, that's true. It wastes so much time. Yeah. And it's so useless because we basically don't use attacking moves. Yeah. Attack staff moves, except for... Опа! У JP Вартотл эволюционирует. Отлично! Это последняя степень эволюции, он эволюционирует в Бластойза. Бластойза, да. Черепаху с большими пушками водяными. Yeah, moves are 1.5 times stronger if they're your type. So, flamethrower, which is normally 95, comes out to I think it's like 137.5, so it's just significantly stronger. And that does stack with JP сразу сохраняется. Не хочет терять прогресс. Even if it's resisted. Для него это будет довольно сложный бой, в отличие от пульса, кстати. Они довольно близко по локации. Да, и по количеству бейджей, кстати. Они одинаково идут сейчас. Получается, райдеры сравнялись. Угу. Джованни вызывает Райкерна. Ну, у Райкерна нету шансов против водяного покемона, поэтому. Это Кангаскан. Кангаскан, да? Да, это Кангаскан. Кангаскан. А, есть небольшая теория, что вот этот ребенок, который сидит в сумке у Кангасхана, на самом деле, если Кангаскан умрет, то детеныш из сумки оденет череп своей мамы, возьмет кости и станет Кабоуном. Но это всего лишь теория. So we're gonna sit on the couch and get the self scope and then escape rope out. Surprise you sound like that. The name round. Забавно крутится JP. Прыгает сразу на велик. Они раннеры заранее закупили escape rope для того, чтобы из подобных мест быстро выходить. I'm impatient. Okay, so coming up on the name after the shopping then. Okay. Ой, да, действительно, нет, не Маравака, нет, нет. По именно по теории Кангасхана. Тут в чате спрашивают, разве Кубоун носит череп не Маравака? Нет. Маравак — это вторая стадия эволюции Кубоуна, поэтому нет. Так сказать, супер обезумевшая эволюция Кабоуна. Ух ты! И у пульса теперь тоже эволюция. Да. Долгожданный Черизард. Великолепно. Здоровенный Черизард. JP пропускает травяной джим, отправляется на отправляется зачем? А за атакой флай? О, пульс идет по пятам, встречает Джованни. Да, и имея на руках ломатель камней и... Или он забыл уже ломатель камней? Кажется, он забыл ломатель камней, когда выучил
удар крыльями. Да, удар крыльями. Ну, у него есть суперсильная сейчас Flame Flower атака, которая наносит очень много урона. Возможно, он не ожидал, что он сейчас получит левелап, хотя, кто знает. JP вылетел в Lavender Town. А, он полетел переименовывать своего Blastoise. Да, да, это донат такой был. Что? Какой там донат? А скриптл никнейм чаще. Чего? Очень забавные ники. Усложняет и просто путаются в этих буквах. Это, кстати, немножко замедляет ран для JP, потому что каждая буква будет отрисована в диалоге. А пульс, кстати, полетел за новым значком. То есть по значкам он сейчас будет на самом деле впереди. Гол! Хаус! CHQW HJADS GATS. Все, что я могу почитать в этом в этом никнейме покебло. ФКФГАТС. Вот, я смог. Наверное, я проглотил половину звуков. Но он тем временем JP сражается с нашим соперником, который, с которым мы встречаемся на протяжении всей игры, который уже подкачал своих покемонов или поймал новых. Да, он получил Гирадоса уже. Здоровее. Нам тут не показывают, но интересно, как он получает Гирадоса? Через Магикарпа или все-таки ловит Гирадос? Я думаю, ему нужна большая удочка. Прям большая. Да, прям большая. Интересная механика с Магикарпом. Она относит нас к японской культуре в целом. Считается, что что золотой карп, пройдя против течения и поднявшись по водопаду, превращается в дракона. И поэтому начинающие кудзы себе на спине накалывают золотых карпов как символ стремления вверх. Я что-то такое слышал на кудзе ранее. Вот такая вот история. Ну, кстати, вот тут тоже такая довольно интересная механика, которая не используется в спидране, и которая используется на самом деле один раз за игру в башне призраков. Все рандомные энкаунтеры без определенного предмета просто не видны. Ну, то есть появляется какой-то покемон, который избегает, и непонятно какой это, просто призрак. И для того, чтобы расшифровать, кто это появляется, нужно иметь предмет, который дает помощник профессора Оука за определенное количество пойманных покемонов. В общем, чем больше покемонов поймаем, тем лучше. Но в этом ранее это не обязательно. Ну да. Та же механика используется, ну, по поимке покемонов для того, чтобы получить Hidden Machine Flash, который нам раскрывает пещеру. Но опять же, достаточно просто выучить, куда идти. Все ж получается. Они в одной башне уже находятся, но у JP поменьше прогресса или нет?
Получается, да, на один джин. Сейчас у него меньше прогресса. То есть GP имеет два значка, в то время как пульс уже три. Да, пульс сходил в травяной джим и выжег там все. А потом вернулся еще и выжег всех электрических покемонов. Хотя ему там немножко не повезло, он не нашел с первого раза... Сразу не нашел рычаги, которые открывают вход к лейтенанту. Но это похоже, что не сильно его замедлило, потому что они оба в башне и несколько этажей их сейчас отделяет. Именно по башне. Да. Тут небольшая сюжетная линия про... Мы находимся в башне, которая представляет собой кладбище для покемонов. И там начало происходить нечто сверхъестественное. И мы помогаем Кубону, призрак матери которого никак не упокоится. Пытаемся расследовать это дело. Ну и как обычно виноваты люди в черных рубашках. Да. Значит, зачем им одеваться в черное? От кого они пытаются скрыться? По ком у них траур, вообще непонятно. Причем по ком звонят колокола? By the way, just real quick, you'll notice that I'm just walking up instead of going and talking to each of these rockets that I'm stomping right now. That's because it's actually task faster to just walk up and let them see. Дроузи тоже очень интересный покемон. По покедексу это покемон, который приходит, пока человек спит, и наводит на него кошмары и питается ужасом, который человек испытывает во время сна. Поэтому он водится только в городах. Ну, такой условно-городской покемон. Нам с вами этот покемон не грозит, потому что мы в 5 часов утра по Москве сидим и смотрим ран покемонов. И скоро, как только солнце встанет, Дроузи уйдет спать. Пульс говорит, что ему нравится Боба Фетт. Что это его самый любимый покемон. Его очень, этого покемона очень смешно обыграли в мультсериале. Он исполнял роль такого чувачка, которому ничего не понятно, что происходит, но ему очень нравится тусить с командой R. Has been met. We'll be seeing some crazy arrows and crazy feats here in a little bit. That is awesome. Well done to the chat. Keep it up, guys. We're closing on that million too, so. Oh yeah, so fun fact about that Marowak there. It has perfect IVs. GP подвинулся чуть дальше по башне и получил флейту, покефлейту, для того, чтобы покефлейта сейчас ему поможет разбудить Снорлокса. Да, Снорлокс у нас дрыхнет на пути. Так, одно из препятствий на нашем дороге. Огромный покемон, который своей массой закрыл весь проход. Кстати, GP только сейчас, по-моему, берет чай. Хотя пульс вроде уже взял чайку. Да. Пульс сразу взял чайку, и, скорее всего, он сразу пойдет не будить Снорлокса, а в город, заблокированный командой R. Кстати, очень интересно, что, например, в Pokemon Red нужно самому играть на флейте, чтобы разбудить Снорлокса. А в следующей части, в Pokemon Silver, нужно добыть специальную частоту радио и включить радио Снорлоксу, чтобы он проснулся.
So we are a mere 19,000 or 18,500 away from the moon. Техника дошла, Снорлаксы не дошли. There is a new incentive added for the Pump It Up run, where it's another $50,000 total. I know that seems high, but we could definitely make it. And it says that if we meet this, JP встрял в погоню. Там тренер покемона на байке. Звучит как сюжет одного из сезонов Йогиона. So this is going to be some extreme levels of skill on display if we can get that $50,000 met. Good stuff. Это GP сейчас находится на той самой трассе, а Downhill, если я правильно помню. Да, вроде Downhill. Да. Downhill это такое еще название спорта. Как-то даже встречал ребят, занимающихся этим делом, они... Я сошел с канатной дороги и с фуникулера, и там стоят велосипедисты на какой-то скале и стигают прям с нее и едут там под наклоном совершенно сумасшедшим. Очень быстрый спорт. Тут в чате спрашивают, разве GP не впереди? А вот сейчас действительно непонятно, кто из них впереди. По значкам пульс впереди. Короче говоря, GP все время шел впереди, но пульс медлил, но он использовал такие страты, которые все-таки помогли ему нагнать попозже. Так что он довольно нагоняет. Он некоторые вещи собрал, которые JP не собирал, и наоборот. Он пульс меняет ник Чарезарда на Агумон, потому что это было одно из донатных имен. Кстати, собрали уже 984 тысяч долларов донатами. Пульс опять же закупается, веревочки, макс-репелы, хилки, ничего лишнего. Мы забыли Ватерган, взяли серф у JP. Вот, да. Но JP, как я и говорил, пришлось поймать Пиджота, чтобы летать. Пиджот в самом начале. Да, да, действительно. А пульсу это не нужно, но с другой стороны, пульсу понадобится покемон, который умеет плавать. О, я не буду читать. Нет, окей. Классное название покемона. Speaking of problems, Koga is a problem, and that was a problem that we solved with the experience graph that we're using. Yeah. Yeah, it can still go badly, but the normal shot that we used to... Кстати, не исключено, что это будет Magic Card. But because of the extra EXP that JP has here, you can go for a more favorable range on the last Pokemon, the Weezing, and it makes the fight... Ну, он, наверное, будет ловить его на хлебушек. Нет, на покебол. Это же мир покемонов. Тут ни на что, кроме покеболов, нельзя ловить. Blastoise,
Yeah, you need to two-shot the Blastoise, and you need the first hit to do, like, just under half, and the second hit to do, like, more than half, so you can take him out. Ой-ой-ой. Пульс сражается с Бластойзом. Да. Здоровенный Бластойз, которого... Ух ты. Это не очень эффективно, но он добивает. Да. Пульс сейчас использует такие довольно казуальные страты. Человека, который никогда не играл в покемонов и просто кликает одной такой по всем. И у него это получается. Просто Flamethrowers очень сильная атака. У него очень высокий критикал шанс, и поэтому даже супер неэффективный часто выбивает из колеи любого покемона просто-напросто. Кстати, Агумон — это отсылка на Гигимонов. Собственно. У JP ресет. JP ресет, ну. Я просмотрел. Я тоже смотрел на бой Чилизарда. А, ну он проиграл бой джим-лидеру. Куга уделал его. Куга, конечно, у нас нинджа. А, вот, пульс получает Лапроса, действительно, там же можно получить Лапроса для того, чтобы плавать. Гай Фьери. Люди на донатах беспощадны. Очень непростой босс у JP. Да, JP очень слаб против подобных покемонов. Он пока справляется лучше, чем в прошлый раз. Его Blastoise сейчас может выучить Rain Dance, атака, которая просто вызывает дождь. Дождь, как известно, помогает водным покемонам атаковать сильнее водными атаками, но он тут ни к чему. Все-таки боевые атаки во время рана лучше, чем вспомогательные, поэтому мы его просто забываем. Ух, а что ж делал, творилось у пульса, и его чуть не забодал через Арда, он вообще остался на совсем чуть-чуть здоровья. Очень повезло. Его могли ушатать. И JP, получается, побеждает в Данже, в Гиме. Да, и теперь условно они идут одинаково. Условно одинаково. Я думаю, из-за руины JP все-таки сдал позицию. Ну да, не, скорее всего, немножко сдал. JP сейчас отдает камушек, который нашел в этом в пещере, в Мистер Муни. Отдает, чтобы получить новый Хейден атак. Он фосил там сдал или что? Да, фосил. То есть ископаемое. Ископаемое. Да, а пульс во второй раз встречается с Джованни. Ну, то есть, как я и предполагал, пульс пошел сразу в заблокированный город. В то же время JP уже отправляется на острова. Keeping Blaze here is extremely optimal just because you one shot basically everything from this point forward. There's a lot of situations with the Charmander where like you're just dead to usually it's a 25% chance on a certain fate and you just have to go for it. Giovanni. The time loss for not being in Blaze is way higher than the risk of the fate. Просто всех одним ударом. Пульс ВР держит недаром. Но пульс ВР держит все-таки на Бластойзе, а не на... этой страте он тоже хорошо подготовился. Значит, пульс попадает в джим к Сабрине.
это психологический тип покемонов, а в то же время JP находится в особняке заброшенном, в таком полузаброшенном особняке на островах. Так, и после этого пульс, наверное, вырвется по значкам. GP разменивает мегакик на Blizzard. Ну, мегакик ему больше не нужен, потому что дальше будут в основном покемоны, которые ему не будут приносить какого-то дискомфорта его типу. Тем более, что Blizzard довольно сильная тоже атака. Чтобы пройти в этих странных помещениях GP, надо отвечать на вопросы про эволюцию, про значки. Ну, всему, чему учили в школе, в подготовительных классах тренеров покемонов, очевидно. Это, кстати, эта школа здесь есть, и она находится прям рядом с домом главного героя, поэтому можно всегда заскочить и выучить что-нибудь. И вот пульс перемещается уже тоже на трассу с байкерами. Будет сейчас будить Нормукса. Забавно, что пульс летит через Арди, но там нарисована анимация для покемона-птицы. Да, для покемона-птицы. Кстати, интересно, сделали в Sun and Moon отдельно покемоны. Ты носишь две пачки покемонов, ну, тренер носит. Одни, которые сражаются, вторые, которые вот для таких вот вещей, типа быстро ездить, летать, находить какие-то скрытые предметы. Это очень весело выглядит. Пульс очень рискует сейчас, 19 хп в его старте это очень-очень мало, и, например, Манки мог использовать сейчас Quick Attack, и просто это ресет. Ух. Если не ресет, даже если не ресет, это лишняя трата ревайва, то есть очень-очень рискованно сейчас. Но, видимо, у него все действительно почти. В свою очередь, JP попал в огненный джим, и ему не составляет большого труда победить здесь. Пульс проносится по даунхилл трассе, собирает там тайничок. Попадает в город с сафари зоной, и он пойдет в сафари зону? Ничего себе. Сафари зона тоже очень интересная механика, которая... от которой в итоге отказались впоследствии. Это зона, где тренер охотится на покемонов, не имея в сильвере имея только одного покемона первого, а здесь вообще не имея покемонов, нужно в зависимости от того, какой покемон попался в траве, бросить либо в него камень, чтобы привлечь внимание, либо подкормить его едой. И как только привлекательно, как только ты становишься интересен этому покемону максимально, ну, тренер должен бросить покебол и поймать. Условия прохождения вообще в целом сафари зоны, чем больше покемонов ты поймал за определенное время, тем ты круче.
Но пульс у Safari Zone нужна только для того, чтобы получить определенные предметы и... Ну, и... плавание. Maybe he just moved. Got a bunch of maybe he's actually waiting for too. People to show up so he can start giving away more HMs. Спрашивают в чате, есть ли такие игры только современные? Есть, Pokemon Shield и Pokemon Sword. Да, они будут под конец этого марафона. Можно будет как раз посмотреть завтра, примерно в это же время, может чуть пораньше или попозже. 3801 Dexto from anonymous Dex donation for my favorite Icy Boy Nine Tails. Ну, так сказать, завершающий тайтл этого марафона будет. Да. And of course $250 from Gilded who says pet that Eevee. Time. Yes. You're seeing JP here. He saved for this is another terrible fight. It's not as scary as some of the other fights as long as you hit a blizzard. That's the real truth, though. Yeah. Вот пульс добрался до до лабиринтного, так сказать, джима. Да, джим с ниндзя. If he misses it, he's gonna take a lot of damage. Or I don't know the damage range for your Squirtle right now for Giga Drain. It's close for sure. Хозяин этого джима очень рассчитывает на отравленных покемонов. Okay, so yeah, he didn't even get the Giga Drain there. На всякие ловушки. Кога. Такие на довольно подлые тактики. И его подлые тактики, кстати, сработали. А что случилось у JP? JP проиграл в травяном джиме. Это было... Да, травяной джим, он очень сложный для покемон, для мастера с покемоном водяного типа. Then you give a turn to the Tangela, but if you just hit the Blizzard, it's, you know, you save the turn that you would be using the X special. Okay, Pulse got the Muck down. Yeah, so for Muck, my fight is, like, not even too much of a problem. As long as you hit two times on the Muck, it's, yeah, exactly. It's also a range if you just go straight for Blaze Flamethrower, but that's like 30%. I ain't going for that. It's so scary too, because you just die the sludge if he uses it. Пульс в легкую справляется с джим лидером Когой. Уже не могу сказать, кто из них. Да, сейчас вообще непонятно. Только, скорее всего, нам будет понятно, кто из них впереди, когда кто-то из них доберется до Victory Road. Да, победного, так сказать, пути. JP has to do Sabrina, which means JP has to go through the Silphco section. Paul has to go through the mansion. And it just turned. It's like very cool to know like who's actually ahead. These are both very close right now. Yeah. Even though they have so much different stuff they have to do. Получается, JP только сейчас приехал к Джованни. Ну, ко второй встрече с Джованни и, собственно, дальше будет у него джим с Сабриной, с психическим типом покемонов. В то же время пульс уже все это преодолел и отправляется, ну, учит Лапрос всяким модным штукам, в основном для того, чтобы плавать и двигать камни, и отправляется на острова. Гай Фьери выучил силу. Силу, чтобы получить редкую конфетку. Mm-hmm.
Yeah, he needs to take a few turns to set up just to make sure that he can sweep through the rivals team. Specifically, one of the big reasons is because he's going to be spamming Blizzard, and he wants to use X accuracy before he does that. Otherwise, it's even worse. Yeah, definitely. You can risk no X accuracy in a few situations. Пульс поплыл. Sometimes you'll have to go without an X accuracy if you get critical. Mm-hmm. What are we doing? Добирается до островов. Попадает в особняк, Поке особняк. Кстати, в Поке особняке прикольные статуи. Похоже, что Мью. Я, конечно, не уверен. Ну да, это похоже на Мью. Действительно. Очень редкий покемон. Единственный, так сказать, в своем роде. Его ДНК использовалось для того, чтобы создать... Для того, чтобы Джованни создал синтетического покемона Мьюту. Много раз пересматривал полнометражку про Мьюту, прям до слез. Ох, да. Такая плаксивая, конечно. Ничего не помню, но кассета где-то до сих пор лежит. Так, у GP очередная битва с райвалом, с соперником, противником. Кстати говоря, GP-то проходил этот остров. Да. Уже действительно наравне. Ну, сейчас получается так, что GP не проходил Сабрину, а в свою очередь Пульс не проходил Огненный Джин. Но Огненный Джин для него сейчас особую боль, скорее всего, не будет составлять. Потому что, ну, огненный тип это X1 атака, во-первых, во-вторых, у него есть Лапрос с водяными атаками, то есть, возможно, он, кстати, пробежит по времени именно Джин быстрее, чем это сделал GP. И, кстати, Пульсу сейчас не нужно возвращаться никуда, он может поплыть дальше в Джим, ну, найти держателя Джима самого первого города, чтобы сразиться с ним. Как мало хп у JP. Да, и напряжён. Два хп у Бластоиза. Два хп это вообще не хп. Как оно вообще столько осталось? Ну, холодный расчет. Это же спидраннеры. Они в голове уже считают, какая там атака будет, сколько, каков шанс выпадения флинча, например, после укуса. Да. Все раны очень четко просчитаны калькуляторами заранее. Составлены таблицы. Очень строго подходят к своим ранам. Эти мастера покемонов. О, кстати, GP сейчас называет своего Лапроса тоже как-то странно. А ледяная ловушка. Ледяная ловушка. Пульс использует интересные тактики, чтобы сражаться с огненными покемонами. Он использует бустеры, те самые бустеры, которые постоянно используются, например, в Шилде и Сварде. Но в классическом рауте, спидран-рауте, покемон Fire Red или Leaf Green, это очень редко используется. Банально потому, что это отнимает один ход. Especially because they're not running the Pokemon they were expecting to run to. These are completely fresh starters for the both of them. Yeah. Because they both hit them in at the beginning. Yeah, if they ran their backups, they could just have like notes with, okay, these are the specific damage ranges for these stats, but they don't have that. Yeah, they're just going for it. Completely they just have to figure it out on the fly. Read the charts on the fly. И вот GP добрался до встречи с Джованни. Ему сейчас нужно сразиться с ним и победить. Ну, для GP это не проблема. Да, действительно, не проблема.
Особенно сейчас, когда он имеет сурф. Но она довольно сильная водяная атака. Так, ну, пульс уже заканчивает с этим островом. Он получил бейдж и встречает чувачка, который у него спрашивает про Билла, встречался ли он с Биллом. Да, немножко двигаемся по сюжету. И отправляется, кстати, пульс отправляется к последнему джиму. То есть пульс на самом деле сейчас... Да, а? Что? Нет, огненный он уже прошел. Это джим Джованни. Это джим Джованни, и это такой вот довольно странный джим. И получается, что пульс на самом деле впереди. Вау. Потому что у JP не пройдена еще Сабрина, и вот он прямо сейчас идет его проходить. В то же время у Пульс прошел все джимы, кроме последнего сейчас. Да, JP умирал достаточно много, чтобы потерять времени. Но Пульс тоже вначале умирал и терял время. Первенство. Так что теперь мы точно можем сказать, кто впереди, кстати. Но на самом деле они так, ноздря в ноздрю идут. Все, всякое может случиться во время прохождения Victory Road, например. Потому что Victory Road находится в пещере. В пещере, как известно, будет... будет много каменных покемонов, у которых, перед которыми преимущество у JP. О, сейчас JP был на грани, просто на грани. Он его метапод конфьюзил, и могло случиться так, что он не смог бы использовать сурф, и Blastoise бы потерпел фиаско. Но ему повезло. As long as you don't hit yourself, like, who cares? It's like, got through it, lost a little bit of time to text, no big deal. Also, I didn't save, so that would have been really awkward. Oh, God. В то же время, через арт пульса в легкую справляется с всеми врагами за счет сильнейшей огненной атаки. И огромного уровня. И это уже 50 уровень. 50 уровень. Вот и JP пришел к последнему джиму. Джиму, который руководит Джованни. И он говорит, что... Прям говорит пульсу, что? Не ожидал меня увидеть здесь? И действительно никто не ожидал. И на самом деле для Пульса битва с Джованни довольно, теоретически, довольно сложная. Однако, все еще Flamethrowers и все покемоны Джованни склеиваются. У них одинаковое значение здоровья. 21 хп. Кстати, по 21 хп. Но это разные 21 хп, кстати. Да? Это блэкджек. Просто. О. Количество удачи, а раннеры идут хорошо. Раннеры равны в этом плане. И они в одном и том же джиме собрались. Да, пульс уже добрался до Джованни и надеется его победить. Сейчас, кстати... Нет, пульс не рисковал, я передумал. Он, если бы использовал какую-то физическую атаку, мог рисковать заразить своего Чиризарда
отравлением, потому что Нидокинг, кожа Нидокинга пропитана ядом, но он не использовал физических атак. Пульс победил. Пульс победил. В этом Джимми. Джованни опять же повержен. Повержен, выдал последний значок. И со всем набором значков, 8 штук, можно отправляться на Victory Road. И здесь вот в эту часть карты можно попасть в начале игры и встретить, опять же, райвела, но менее прокачанного, и победить его, ну, просто победить его, чтобы в следующий раз его не встречать. Пульс делает предбитвенную подготовку с злейшим врагом. Ставит Firebust. Тоже довольно сильная огненная атака. Ну, не то чтобы врагом, а для них это скорее спорт, так что он его соперник. Да, соперник. Враг это в Сильвере, тот, который похищает покемоны. Пульсу приходится жертвовать ходами для того, чтобы забустить своего покемона на силу специальных атак. Раскидывается предметами из инвентаря на это дело. JP тем временем проходит через тренеров с огромным количеством покеболов в своих карманах. У них очень много карманов. Видимо, они занимаются шитьем. Или на покупают... не больше шести. Или покупают подсумки. Да. Но, кстати, для GP этот джим вообще не составляет большой проблемы, потому что все атаки Blastoise очень эффективны против покемонов Джованни в этом джиме. Какой ужас, они собирают донаты на слепое блайндфолдит Толху Шидзабулит. О боже. Но иногда лучше не видеть то, что в Тохе происходит. Да? JP прошел этот джим на битву с Райвелом. То из них на левом экране, слева JP, справа пульс немножко впереди. Пульс впереди ровно на одну битву. Вот ровно сейчас на одну битву. И охранник у пульса проверил его значки, говорит, да, действительно, ты достоин пройти, давай. Каждый из охранников там проверит свой значок, скажет, сможешь ли ты пройти или нет. Да, подделывают значки или нет. Через череду охранников, которые проверяют нас на профпригодность. Не забывая, что нужно использовать всякие штуки, которые ты должен был получать во время прохождения. Например, вот плавание. Да, таким образом, разработчики нас проверяют, честно ли мы прошли игру. Кстати, JP тоже без проблем справляется с... там кричали как раз... Все-таки они собрали миллион. Они собрали миллион! У Пульса забавный пазл с толканием шарика.
Какой ажиотаж. Ажиотаж, просто ажиотаж. Собрали миллион донатов на помощь врачам без границ. There's gonna be a small difference between the Squirtle and the Charmander up. I have to grab this candy over here. Squirtle doesn't. Yeah, you need that extra level. This is like one of the few rare candies that Blastoise even skips in the first place. It might be the only one, honestly. Пульс продолжает заниматься толканием камней. Boarding candy, right. Ой, по-другому пещеру не пройти. Use strength at that point, so that's kind of why you skip the Warden one. I feel like if you could use strength, you might grab it. Интересно, что там можно продвинуть один булыжник так, чтобы получить один из двух покеболов, которые там лежат. Предмет. Да, только разработчики задумались об этом, и камень можно ресетнуть, просто выйдя из комнаты и зайдя назад. Просто потратив в два раза больше времени. Ну, мы на это не будем тратить время. Ну да, нам... Предмет. Выбираем самый нужный по нашему рауту. У нас уже время перевалит за второй час. Пульс выучил для своего Чаризарда солнечный день атаку. Кому нужен ломтик Йольского неба? And one thing to point out too is right now, speedrunning the Pokemon. This game's Elite Four is one of the most challenging and GP, кстати, по моим внутренним ощущениям, по-моему, быстрее справился с соперником, чем Пульс. So it'll be pretty interesting to see how it takes out. Да, можно сказать, что у них разница, что ли, пару экранов буквально. Ну, не то чтобы пару экранов, два этажа пещеры, но на самом деле это не очень большая разница. А, фактически, действительно, у них разница один бой. Да, и на самом деле какой-нибудь неудачный рандом может довольно изменить ситуацию, перевернуть все с ног на голову. В принципе, да. В общем, Пульс уже попал на плата Индиго и готов проходить турнир. Пульс положил всех своих покемонов в бокс для того, чтобы в конце был только один в титрах. И Пульс приступает к битве и с элитной четверкой на плата Индиго. Элитная четверка — это самые сильные тренеры джимов, с которыми придется сразиться, чтобы стать чемпионом Лиги Индиго. Here comes probably one of the hardest fights and the only reason why we grabbed Sunny Day. И вот, кстати, Пульсу придется часто, скорее всего, накручивать специальные атаки в сражении с элитной четверкой. И, ага, он получил в лицо его Чаризард, да, этот, ледом погладили Чаризарда, и Чаризард вырубился. Ну, покемоны Water-type все еще сильнее. Несмотря на то, сколько всего накидал на себя Чаризард. Причем самое смешное, что лед наносит большой урон огню, и огонь наносит большой урон льду. Поэтому да. Они в условных одинаковым в одинаковых условиях. Именно поэтому приходится усиливать специальные атаки. Вот такая грустная версия водяного покемона.
и уязвим, и вроде и наносит, но... Кстати, чтобы очень хорошо перформил через арт, пришлось выучить солнечный день. Солнечный день позволяет усиливать это огненные атаки огненных покемонов. Ну вот, и получаем, что JP и Пульс на самом деле ноздря в ноздрю прямо сейчас. То есть Пульс победил первого покемона, первого из элитной четверки, а JP только начал сражение. Да, смерть реально дала шанс JP сравняться, и JP реально может обогнать, потому что у него довольно сильный водяной покемон. Безумно все близко. Но тут надо понимать, что одного из элитной четверки будет легче бить JP, другого Пульсу, поэтому тут вот сейчас очень непонятно, кто из них победит. Вот пока мы не можем даже предсказать. Блин, очень интересная гонка. Угу. Она бы была не такой интересной, если бы они выбрали одинаковые рауты, кстати. Да. Удивительно, что с такими разными раутами, с такими разными точками, которые они путешествовали, они приходят практически к одинаковому исходу. Удивительно, насколько сбалансированы такие игры. Сбалансирован такой раут, оптимизирован. JP's getting very unlucky here. But that just means he's gonna get good luck for Lapras. So... И вот сейчас JP не повезло, на первую атаку его укус не прошел. Oyster will attempt to set up Hail again and you just get to go by. I got double protect there. That was very unlucky. Пусть тратит время, сохраняется. Но ему приходится сохраняться, потому что сейчас будет бой с Бруно. Бруно владеет покемонами этого каменного типа и бойцовскими покемонами, поэтому это будет довольно сложный бой для Пульса. Он специально даже усиливает атаку, усиливает свою защиту и усиливает свои специальные атаки. Рок-томбы очень эффективные, как мы видим, против Чиризарда, но усиленная атака не дает шанса Ониксу ничего сделать. Что же произойдет? Вроде бы и на сейвы тратят время. Да, и вот сейчас, на самом деле, очень рискованная позиция у Пульса. Вот тот бойцовый покемон, например, Machamp, имел быструю атаку. И он мог атаковать первым. С другой стороны, смерть потратит времени еще больше. Как поступят райнеры? Да, меня тут поправили в чате. Да, действительно, двойной урон огню не наносит. Наносит половинчатый. Да. Очень грустно будет лизанным покемоном. Да, JP тоже сохраняется, другого выхода нет. Ну, у JP, кстати, преимущество, несколько покемонов все-таки каменного типа у Бруно, и это ваншот для Бластоиза. Даже без усилий. Бластоиз зальет всех своими пушками. Но накидывают горд спек. Но все-таки он так немножко сейвово играет, накидывает бусты на атаку. Боится, что... Ну, в принципе, да, 51 против 52 уровня, может и ваншота и не произойти. Поэтому он подсейвывается.
Да. Вот. А, подожди, он бережет сурф для следующих битв. Кстати. А, может быть. Да. То есть он решил еще... Еще интереснее усложнить себе задачу, да. Вот сейчас даже пульс сам разнервничался в битве против Хантера, против Джинджера. Потому что его атаки могли не пройти по призрачному покемону. Это такие довольно, довольно подлые покемоны. Эх, как же JP прокусывает эти камни, когда на завтрак ему подают. The only difference is Blastoise doesn't have the X accuracy because Surf is 100% accurate. So. Yeah, so JP's gonna take two turns to set up here. He wants to do an X speed and an X special, and as long as he's still in Torrent at that point, he can go for the kill. Otherwise, he's gonna. И легкая для пульса. There's a random chance that the Agatha will lead with Shadow Punch. Yep. And if it does, it'll follow up immediately with Shadow Punch, though. I believe you. Do you survive two with 47 HP, or is that gonna KO? Отличный файт. Okay, so he will have to heal against one of the shadow punches. So hopefully we see double team, then shadow punch, and then he hits. JP опять сетапится. Shadow punch plus hit here would be amazing. That'd be pretty much. А у пульса финальный бой. Hits, it's perfect. So 50% for the surf to land. Пульс максимально захиливает своего покемона. Устанавливает ему все очки. JP проиграл бой. JP проиграл бой. JP, похоже, проиграл эту гонку. Ну, еще непонятно, может, тут как бы Лэнс, и он владелец покемонов драконьего типа, такого же типа, на самом деле, как и Чиризард, ну, похожего. И тут тоже может случиться что-нибудь непредсказуемое. Ужасно. Но... Смотрим в будущее. Будущее пока что туманно. Пока туманно. Пока все еще непонятно. Вроде последний бой, но все еще непонятно. Вот, например, 7 хп у Чиризарда. И вот даже пульс идет на риск. Промазывает. И... Марафон лаг. Окей, похоже, сейчас они сравняются. О-о-о, что же происходит? Не, ну как, не то чтобы сравняются. Надо еще один промах для пульса, чтобы они были, чтобы они шли один в один. Чьи же покемоны окажутся сильнее? Ну вот, JP перестал, в общем, использовать сюрф, чтобы победить покемонов водного типа. Кстати, JP будет легче сражаться с Лэнсом за счет укусов. Да. Ну, с другой стороны, уровень покемонов Лэнса будет много выше, нежели уровень покемона JP. Поэтому тоже пока непонятно. JP вышел на финишную прямую. Да, и опять промазывает фаербластом пробафанным. И они теперь один в один идут. Ха-ха, удачи, пульс. Один в один. Один в один. Ну как, на несколько строчек диалога пульс быстрее сейчас.
Ох, ажиотаж, просто непонятно, вообще непонятно, до последней секунды непонятно, кто из них будет победителем. И, кстати, здесь, возможно, сыграет злую шутку супердлинный ник у Бластойза. Это невозможно. Ты видишь, они наносят даже в один и тот же момент сейчас. Ну, отставание реально меньше секунды друг от друга. Ну, у JP на одно хп было бы... А, JP захилился? Да, он захилился, он full restore использовал. Но пульсу повезло попасть атакой. Я уже думал, тренеры не умеют использовать full restore пайо. Пульс проигрывает. Пульс. Это невозможно. Что происходит? Чат на оригинальной трансляции просто сходит с ума. Да, крыша едет от такого противостояния. Yeah, if you don't kill the Gyarados on that turn, he's gonna heal the pool, and you also usually die, so... Вот, кстати, я по своему... я вот не знаю, не изучал этот вопрос, но по своим ощущениям, Гирадос очень часто страдает от укусов, то есть, ну, флинчится. JP промазал. JP промазал, но пульс проиграл. Пульс. Пульса побили. Последний покемон пульса. Вырубился. Сейчас JP главное каждой атакой ледяной попадать по покемонам Лэнса. И он выиграет. Фух. Но один промах это для него ресет сейчас. Как же много надо закачать в Черезарда, чтобы он прошел файт. Ну, что хотеть, покемон водного типа. Пульс тоже использует хил. Да, начал играть более сейвово. Более казуально. Да. Я думал, эти раннеры никогда не воспользуются хилом в бою. Ох. Произошло реально. Финальное глушилово. И JP промазывает. Промазывает очередной раз. Хотя вроде цель довольно большая. Но довольно ловкая. И похоже это... Да, похоже это победа JP. Все, сурф. Сурф. Покемон каменный, соответственно, тонет в воде и... Это победа. Победа над Лэнсом для JP. Лэнс побежден. Лэнс побежден. О, вау. Просто вау. JP просто вырвал эту победу. Ну подожди, возможно, длинный ник сыграет злую шутку. Не, если длинный ник сыграет злую шутку, я сейчас переверну стол. И теперь действительно последняя битва со своим соперником. Ну а тут ничего нового мы не увидим. Здесь отработанная страта уже за несколько боев. Да.
каждый бой мы прощупывали каждый сантиметр этого оппонента. Облизали его с головы до ног. Чемпион по имени А. То имя, которое мы ему выбрали в самом начале. Ну так или иначе победит А, поэтому... Этот, здесь есть место только для одного А. И для одного Гай Фьери. Для одного фуговых гадс. Фуговых гадс. Лучший покемон. Вот, кстати, ледяная атака у Бластойза очень хорошо работает против травяного типа, поэтому он, у него преимущество перед... И пульс проигрывает. Вау. Ага, ага, и он сохранился у Лэнса. Ну все, это минус чашечки для пульса точно. Да и возможно для... Да. Неужели они оба выйдут в игры? Выходить в игры с тиммейтом покемона, это классика. Наверное, только на прошлом ГДК они выходили. Да, пульс умер, там Пиджиот, тут спрашивают в чате, как пульс умер, Пиджиот использовала атаку очень отвратительную, которая убила Чиризарда. Да, не зря он наш оппонент. Так, 4 секунды, 3, 2. Не, все. Оверэстимейт. Но так или иначе, это победа JP и тактика, рискованная тактика пульса, хоть и дала свои плоды под самый конец, и он вырвался вперед, но неудачи с Лэнсом, в бою с Лэнсом у пульса вывели его на второе место. Замечательная победа. Забавно, что аудиодорожку брали у GP. Прям запредиктили, подугадали победителя. Да. В отличие от Эша Кетчума, мы куда быстрее становимся чемпионом покемонов. Хотя так, он за это подошел. Эш Кетчум ничего не знает, он использует только Пикачу. Да, и силу дружбы. Да, и силу дружбы. Просто тело Ред. Да, вот посмотреть бы встречу Реда с Эшем Кетчумом было бы весело. Я думаю, тут нет шансов. Или как в японской версии его, кажется, звали Сатоши. Да, Сатоши, по-моему. Да. Быть это тот самый Сатоши Накамото, который майнит биткоины. Кто знает. И переводит, да. Но, в общем, биткоины — это прямой путь к миру покемонов. Да. Новый лор покемонов раскрыт, так же, как лор контроль. О, пульс опять погибает. Кстати, они перевели аудио на пульсы. Ну, пульс еще... Я не знаю, пульсы... Я думаю, что если пульс не справится за 5 минут, он как бы искипнет это дело, потому что как-то ему очень не везет сейчас. Да просто победи его, лол. Вперед, Агумон. Возможно, кстати, Ник сыграл злую шутку, и существо из другого мира просто не может ничего сделать с настоящими монстрами. Ух, невероятно. Отличная, отличная гонка. Просто все решилось в самом конце.
Да, до последней секунды не было понятно, кто из них победитель. До последнего боя. Рауты очень сильные. Райнеры тоже очень сильные. Все делали. Ошибок практически не было. Душивы разве что RNG. Ну это игра такая, то есть тут настолько она уже изучена, настолько посчитана, что душит только RNG. Да. Переиграли и уничтожили. Ну тут единственная ошибка была пульса в том, что он не сохранился перед райвелом. И сейчас ему приходится опять сражаться с RNG. Очень сложный бой против Лэнса на Чиризарде. Тем более с таким маленьким разбросом уровней. JP обнимает своего Иви. Все переживают. Nice. Я надеюсь, он сейчас не совершит ошибку и сохранится, потому что ему уже торопиться некуда. Гонку он уже проиграл. Ну, его, возможно, минут через 5 начнет выгонять ПДК. Ну, они начали пораньше по расписанию, я так увидел. Потому что я ровно-ровно пришел, по расписанию они уже играли. Так что, возможно, у него есть еще время. Да, я делал себе салат, чтобы перекусить, и не успел почистить одно яйцо. Оно так почищенное наполовину на кухне. К сожалению, предыдущие комментаторы сбежали непонятно когда. Возможно, даже посреди экрана. Великолепная музыка играет. Another sand. This is going really well. So he's gonna re-guard spec now. Кстати, там. Another sand. That's interesting. Now the thing is, now he wants to start taking damage. So he kind of wants Aerialace now. It's kind of a little bit of a switch up there. He actually gets accuracy, which is really nice. So Fire Blast will hit. Просто. Смотрим, как заканчивает свой ран. Уже отставание на 5 минут уже. Он 5 минут потерял на этой смерти. Угу. И сейчас ему тоже не повезло, и это ресет. Ужасно. Ужасная игра. Вот он, VR-держатель. Да. Я говорю, решил попижонить. Вот и... Ну все, все. Все ради он шоу. Не смог закончить ран. О, ужасно. Но на самом деле он устроил интересное шоу. Если бы он выбирал тоже Скиртла, то было бы неинтересно на это смотреть. Да, они он показал бы... очень классный раут. Да? Это был достойная гонка. Очень классная. Ну, то же самое замечают английские наши друзья, сами райнеры. Как бы говорят, что очень близкие были рауты, очень близко друг к другу шли. Жаль, жаль. Не поставили VR. Шутка. Не закончили раунд. Coming after me, and I need y'all to back off, okay? We'll talk about it. Классная гонка. Не, супер.
держала на в напряжении до конца просто. Всем двором переживали за пульса, но в итоге он не вытащил. Очень жаль, очень жаль. Не, ну я болел за JP. А я всегда болею за что-то новенькое, поэтому не было выбора, я прям прилип лицом к правой части экрана и смотрел, что же будет дальше происходить. Что же только что произошло? Да. Только что произошло. Конец гонки. Так сказать. I'm so happy you guys got this game, and I know you've been pushing for this forever. It was so fun to watch. Mm-hmm. Yeah, so and thanks for having us too. But if you guys want to learn how to speedrun this, one, don't. Two, go to speedrun.com/pkmnfrld. Пульс нам поясняет, как научиться спидранить, также клёво. Говорит, идите на спидран.com, ребят. Говорит, во-первых, никак, а во-вторых, идите на speedrun.com. I'm sure we have a lot of amazing things planned for the future. Yes, indeed. Hey, thanks, you want to we're good? Good. All right. Thanks, guys. Thanks for having us. Thank you. Goodbye, everybody. Вот так вот неожиданно закончилась гонка.